Ну что, господа автолюбители, сейчас я вам хочу представить расходы, которые я сделал с самого начала, обладая машиной Lexus LS 430. Значит, у меня есть сначала, так сказать, подсчеты. Кстати, есть интересное стихотворение, мое собственное. Мама рулит на красном авто, я и братишка смотрим в окно. Правда, у меня сестренка. Вот, Lexus LS 430 2002 года. Мои расходы. Приобретен он был летом 2007 года. Значит, потрачено на обслуживание на 5 сентября 2016 года 633 880 рублей. 16-й год 126 936 рублей. 14-й 48 612 рублей. 13-й 129 238. 12-й 42 934. 10-й 93 61. 2009-й 111 536. И наконец-таки август 2007 года 11 569 рублей. Итого 633 880 рублей. То есть мне понадобилось для того, чтобы эту машину привести в тот вид, в котором она сейчас, ездить и наслаждаться. Значит, вот они документы, которые я собрал и которые я выброшу. Значит, мне повезло, повезло. Машина обслуживалась Lexus Лосиноостровский. И когда я ее в 2007 году пригнал туда на обслуживание, мне сказали: о, да это наша машина. Она была, можно сказать, нами продана, нами обслуживалась с 2002 года. И теперь вот в Ростовской области я ее купил, пригнал на очередное обслуживание. И я попросил, чтобы мне расходы на эту машину, что с ней делалось, предоставили с самого начала. И вот я вам все показываю. Так, пошло. Lexus. Дата 9.11.2002. Итого в долларах 526 долларов было. Значит, видите, эта машина была приобретена Севернефтегаздобыча ОА 4.01.3 года. 302 доллара. Далее, 7.03.3. 468 долларей. Значит, все вы тут видите. Фильтры, мильтры, все там такое. 13.05.3. В долларах 863. Так, 4.08.3 года. Все, что тут делали, я вам показываю. 625 долларей. 23.11.3 года. 1275 долларей. Вот что тут делали тут. Так, теперь 9.04.4 года. 718 долларей. Что тут делали? Вот она все есть. 7.05.4 года. 218 долларей. Свист ремня. Тянет влево машину. При торможении сильнее, значит, тут все это выправляли. 08.06.2004 года. Сняли ступицу ИТД 275 долларей. Потом пошло у нас 15.09.2004 года. Снятие и установка наружного зеркала заднего вида в сборе. Отделочная панель передней задней двери. Снятие и установка.
На 60 долларов итого все это дело было. Далее у нас, что тут у нас далее идет? 28.10.4 на 423 доллара идет. 08 года. 8 это уже, наверное, я пошел. Уже пошли в рублях. 17257 рублей. А, это уже я пошел. То есть машина до 2007 года, вернее, до какого там года она была в руках банка. После ее из банка куда-то, то есть до 2004 года она была, ну до конца 2004 года она была в руках Севернефтегаздобыча АО. Потом попала в 2007 году в мои руки, и я вот начал там делать ТО с 2008 года. Значит, пошло, да? 17.04.08 года. Так, что тут у нас? Аж на двух листах идут там, видать, какое-то большое ТО. ТО это на чем сделано? Стуки, скрепы в передней подвеске, лампочка селектора автоматической коробки передач. Работает ли холодильник? Ага. И пошло, да? А тут интересно, какой пробег был? А вот это надо пробег 108 002 километра. Итого с меня взяли за это ТО 38668 рублей 10 копеек. Так, 30.05.08. Шум мотора печки, замена запчастей части. Та-та-та-та-та. Снятие установка топливного фильтра. Топливный фильтр, ух ты, уж делали, а я не знал. Это на 108 тысячах, да? Итого все обошлось 7458 рублей. Так, это сюда. Как бы тут нам хронологию установить? Двадцать восьмого года. Наряд заказ, сумма к оплате 11 тысяч. Что тут снимается, фильтра и так далее и тому подобное. Так, общая сумма, вот она. 14.06.08. Это, наверное, одно и то же. 16.01.08. Вот она, общая сумма. Идет клиент, задний мост, что-то тут, модель, марка, на слесарные работы, общая сумма 3760, 15.05.08. Дальше пошло, что у нас, техническое обслуживание, 17.04.2008. Сумма платежа 34807 рублей 50 копеек. Можете посмотреть масло на розлив и прочее. 14.03.2008 на 360 рублей. Диагностика электрооборудования. 14.03.2008 года на 1627 рублей. Что делали? Щетки стеклоочистителя меняли. Так, ноябрь 2008 года. Диагностика электронного оборудования. Тормозная система. 24 декабря 2008 года на 1900 датчик кислорода заменили, глючил. Кстати, их надо заменить, потом они как-то долго ходят. А так вот, если не заменить, что-то то не быстро. 01.02.08 года на 1200. Что мы сделали?
Считывание кодов неисправности 02.08.2008 года. Что-то мы тут делали. Работы 1.07.08 года. Это какое-то обслуживание, снятие установка топливного фильтра, установка датчика уровня топлива, снятие установка. Итого на 6712 рублей. 02.08.2008. Аккумулятор покупаю на сумму 6084 рубля. А это я обслуживался Торг Винт Сервис 14.02.2008. Ремень, все это такое, общая сумма на 3024 рубля. 05.02.2008 на 15531 рубль. Так, установка впускной коллектор, клапан, балка переднего бампера, передний бампер, снятие установка, дополнительные работы, запчасть к оплате 15531 рубль. 01.02.08 5252 рубля. Какой-то клапан. Торг Винт Сервис 25.01.08. Общая сумма на 1820. Замена правого датчика, замена втулок стабилизатора. Правый датчик 700 рублей стоил, замена втулок стабилизатора 600. Многоярусная подземная стоянка в Москве. Акт приема сдачи. Всего к оплате 500 рублей. Что выполнено, сделано, непонятно, но есть. Наряд заказ 30.10.07 года на 2105 рублей. Профилактика моторной печки, профилактика заднего вида. Непонятно, что за задний вид. Так, 21.10.07 года. Диагностика, диагностика подвески 1035. Торг Винт Сервис 12.09.2007. Общая сумма 2050 рублей. Замена втулок переднего стабилизатора 350 рублей. Установка борзовиков 4 штуки 1000 рублей. Смена салонных фильтров 2. Салонные фильтра, это я вспоминаю, это меняли с под креслами, потому что там идет продувка кресел. Их надо поменять. Так, это что у нас такое? 23.08.07 года. Диагностика, замена масла, замена охлаждающей жидкости, замена воздушного фильтра. Закрепить накладку передней, левой передней двери. Итого как к оплате общая сумма 8040. Так, мы с вами разобрали. Разобрали 2007 год и 2008 год. Хронологию хотелось бы соблюсти, но посмотрим. Вот вроде как я нашел 2009 год. 8 июня 2009 года. Это уже в Ростове-на-Дону делалось. На 680 рублей. Масло и масляной фильтр. Датчик давления масла. Замена. 4.10.2009 на сумму 12 992 рубля. Техническое обслуживание идет. Лампа габаритного камня. Колодки. Передние ТО, итого к оплате 12992 рубля. 20.10.2009 года. Общая стоимость 10850. Заменены тут какие-то расходные материалы.
Договор на ряд заказа на работы. Это 27.06.09 на 1500. Ремонт вмятины какой-то. 31.07.09 года. Сервисное обслуживание Лосиный остров. Тут дофига всего. Итого к оплате 25646 рублей. 11.11.09 года. Расходные материалы на 37 тысяч рублей.